Ну как вам погодка в Краснодаре? Дай-ка я сниму. Ой. А у нас заливает. Ого. Гремит, заливает машина, да, моется. Единственный плюс. Не, ну не, ну как альбиносик? Здорово? Ой, сверкает. Боишься? Ага, и шарахнет тебя, да? Круто. Ого. Чего побежала? Серьезно? О, как гремит страшно. Потолок. Ведро, Кристинка. Ведро, быстрее, я мокрая. А что это такое? Вот это дача. Полтора лимона. Потом ой, вот так. Еще здесь. О, еще где? Показалось? А что за звуки? Это да, это у нас там плов готовится. Так нас не понять. Сейчас. А у нас поливает вот так вот, да? Текет крыша за полтора лимона. Представь, за ночью спит такой. А кто, кстати, здесь спит? Я. Вот поэтому надо, Кристинка, учиться спать с закрытым ртом. А то уже холодно. Прикол, да? Ну, конечно, курить. Да, вот здесь не так видно, блин, да? Я бы поднялся, сейчас посмотрел бы, что там, откуда течет-то. А это если всю ночь так будет длить, это где дело? Ну, спать будут они тогда там. Альбинку на кровать ты положим. Ты думаешь, ты успеешь поедать? А давай мы сегодня втроем поспим на диване, а ты на полу. Нет, не договорились? Договорились? Ты ну, нет, мужик! Если... Да? Должен девочкам выступать, да, зайка? На одну ночь хотя бы. Будет. Ну да. Альбинку туда поставим, я здесь между нами капать буду. Нет, я не буду там лежать, там мне холодно. Скажи, я на такие условия не договаривалась. Ну вот смотри, мне будет мешать звук спать. Все, вижу, успокаивается. Все. Нет, а лить-то будет два дня у нас здесь, да, такая погода? Да. Рушан смотрел. 100% дождь. Все, съезжаем. Все. Все, съезжаем. Все, я на кровать. А ты почему мокрая вроде в доме сидишь? Так она была из лавок. Кстати, пока дождь это уменьшился, я быстренько залезу, посмотрю, что там. Куда льет. Думаешь? Конечно. Ну, у нас папа под дождь полез на крышу. Да, мы были с Кристинкой маленькие, стоим такие возле окна, смотрим, папа пролетел. А потом мы его затаскивали домой, и все. Ну, было нехорошо. Смотрите, у нас здесь... Подожди, Рушан, ну здесь что не сделать, смотри, здесь все мокро. А тряпка не вытирает, понимаешь? Да, эта тряпка вообще не вытирает. Что, полезешь, камеру возьмешь или что? Нет. Здесь камера, сейчас мы промокнем там и все. Ну, пойдем. Есть зонтик? Нету, вот именно, у нас ни у одного нету зонтика. Как нет зонтика? Вроде бы был какой-то зонтик. Нет, вот именно, мы взяли с тобой, в Москве я сумку перепутала с носками, с зонтами, все там осталось, и мы без зонтов остались. И Кристинка забыла, да, свой зонт? Так а у нее трость. Спросила маме. Нет, у нее трость неудобная была. Камеру я полезу, посмотрю. Да, покажешь нам. Нам тоже потом по камере будет. Ага. О, по видео поинтересно будет, когда я монтирую, посмотреть, что там. На чердаке или что-то маленькую нужно взять. А она можно цвет я не там дает. Постою? Как ты там постоишь, если там мокро? Там мокро, Альбиночка. Потом посмотришь по видео. И да. Вытирайте это, потому что сейчас на блок попадет, и потом... и блок же мокрый. Может, компьютер взорваться, пару да? Пару тысяч. Придется отвалить. Ну, сейчас я все вытру, не переживай. Да. Так, ну тут на самом деле все гениально и просто. Здесь вот это все порвано. Косой дождь пошел. И вот оно все мокрое. Прикол. А чем это зашивать и как зашивать? Я ума сейчас не приложу. Ладно, что не попробовать коробку воткнуть, что ли? Здесь есть коробки. Вот, буду их
как-то вставлять. По-другому никак. А что-то? Здесь с другого места побежала. Сейчас мы тут всю дверь закроем. И что там, Ишан? Какой-то мокрый. Нам-то расскажи пока. Да там просто этот, по свой дождь идет. Бедненький. Пленка просто была натянута, и ветром порвала. И дым заходит в чердак, и поэтому как. Зачем ты мокрое носишь? Сейчас заболеешь и все. Что мы потом без тебя будем делать? Давай. Давай. У нас, видишь, что-то новое образовалось? Где? Вот, капает уже с другой стороны. Видишь? Да. Капало-то здесь, поближе, а теперь, видишь, подальше. Стоит. Куда это? Повесим, давай, повесим. На стульчик накинем. Пока. Давай. Какое-то мыло, да, блин? Не мыло, а вода какая-то. А это мы его где взяли, я забыла? Не помню, с пятерочки вроде бы. Нет, мы где-то взяли за 20 рублей. У нас сейчас возможности нет, и мы его вот взяли. Да, непонятно вообще, что это, да? Да, нет, ну блин, если ночью будет дождь лить, я не завидую, тем людям здесь будут спать. Альбинка, тебе не завидует. Они не будут здесь спать, однозначно. Я буду на кровати спать. Со второго места. Мы пойдем в машину, да? Уже с третьего? Да. Двигай сюда это ведро. Давай. У нас столько ведер нет, не напасемся. Главное, чтобы нам на диване накапало. А вот здесь тоже капает? А, нет. Альбина, больно, тяжело. Там точно не будет капать, потому что... Давай я тебя подержу. Хорошо сделано. Где, в комнате? Не будет капать? Ну, отлично, то я переживала. Сейчас начнет на кровать капать, уже бегаю и смотрю, чтобы не капало. Ну да, вот так бы сейчас уехали куда-нибудь, приехали здесь потоп, да? А еще представляешь, если бы это если бы отлупить, электричество было. Я думаю, я тебя подержу. Давай. Нет, давай. Уберите от меня этого сумасшедшего ребенка. Давай я тебя подержу. Сегодня мне не показывают, сейчас начнут. Почему? Не так готовить, не то готовить. Мясо не обжарено, морковки много, но мало. Ну, плитка, если такая нормальная. У нас сегодня... На костре надо было, под дождем надо было. На костре под дождем. Да, мы как-то, кстати, приготовим на костре, в ведре. Придется нам готовить, конечно. Что делать-то? У нас сегодня плов. Так что готовим плов. Одна конфорка не работает. Так, Альбина... Стоп! Видела здесь кипяток? Иди сядь, разукрашивай. Бегом. Иду. Давай. А чё? Разукрашивай. Кто чем занят? А что вы делаете, Альбиночка, расскажи. Мы шьем кукле-платье. Кукле-платье? У вас вот и камни, да, я смотрю? Мы уже здесь сделали платье. Ой, какое платье, волосы. Покрыли ее на лысо, и это, и ниточками сделали. Серьезно? Сюда три подойдут. Прикольно. Теперь стразы наклеиваете. Сонка, ты идешь? Да, иду сейчас. Подожди, красотенец посмотрю, что они здесь делают. Молодцы. Ты научилась, Альбина, уже делать сама? Потом без Кристины сможешь шить платьишки? Это как поясок, да, будет у вас? Покажи мне, вот так ее разверни, я покажу. Блин, была бы кукла, которая была раньше, чтобы показать, какая она была до, какая она стала после. А вы волосы уже все? Вот с таких ниток. А, вот с таких ниток сделали волосы? Да. Иголкой делали или чем? Сначала иголка сломалась, потом шила. Ага. Шила, кстати. Где шила? Шила вот тоже самодельно, Рушан сделал. Все своими руками. Даже шила. Ну ладно, молодцы. У нас это, дедушка, мне попугали рассказывал, они аж это, сами табуретки делали, сами это. Тебя дедушка научил? Ну все. Чё? Ну,
Нету. А где он? Прадедушку. А, ну вот, все научил. А прабабушка жива. Угу. Все. Дедушка научил тебя тубаретки делать. Теперь ты нам будешь тубаретки делать. А хотя не учил уже, да? Не, никто не учил, зайка? По-моему. А, все, бегу.